Фериха, не надо так. Ладно, извини, ты прав. Но что мне делать? Все так относятся. А мне наплевать. Главное, мне хорошо. Даже я впервые переживаю такое. Сейчас я отвезу тебя в одно прекрасное место. Нет, мне надо поехать домой. К нам приехал родственник. Будет неудобно, если я задержусь. Хорошо. Тогда запланируем это на завтра. Ну что ж, мы остались втроем. Но это не значит, что надо упорно молчать. Я чувствую себя третьей лишней, оказавшись с вами за одним столом. А-а-а, я же обижусь. Ты даже рядом с Эмиром и Ферихой не чувствовала себя лишней. Перестань, не надо. Ладно, я пойду. Посмотрю, как там Нехир. Ты же будешь здесь, да? Конечно. Хорошо, здесь буду. Сядь. Не поняла? Я сказал, сядь. Садись. Что такое? Так это была ты. О чем ты? Ты пришла ко мне, взяла диск и отнесла Ханде, так? Зачем? Чтобы сесть за этот стол. Что с тобой, Корай? Ты почувствовал себя дураком, а? Значит, они начали встречаться недавно? Да подожди ты, есть еще время до конца года. Эмир, куда вы убегаете? Уже, наверное, все поздравили, а я с этим желудком не уделила должного внимания. Ну, когда отметим это событие? Отметить? Нет, ну что ты? А что тут такого, Фериха? Ваша любовь зародилась у нас на глазах, и это ни для кого не секрет. И думаю, надо это отпраздновать. Куда направляетесь? Ферихе, надо домой. То есть с первого дня? Это так скучно. Пойдем, я отвезу. Нет, мне сначала надо встретиться с мамой. Я возьму такси. Итак, Эмир, что будем делать? Вообще-то надо бы позаниматься у тебя. Но, похоже, сегодня неудачный день. Я посажу Фериху на такси, потом посмотрим. А, Фериха, я забыла про тебя. Никак не могу привыкнуть. То есть, пойми меня правильно, не к тебе, а к тому, что Эмир встречается с однокурсницей. Раньше он находил девушек в ночных клубах. Вот так. Понимаю, нелегко, конечно. Но ты умная девушка, скоро привыкнешь. Ладно, увидимся. Пойдем, провожу. Но... Нет, Я могу и сама, как вчера. Ничего страшного. До встречи. Пока-пока. Отвечает? Наверное, не слышит. Или не может ответить. Наверняка она дома. Судя по тому, что убежала со всех ног, у нее строгие родители. Думаю, тебе с ней будет непросто. Не понял. Что ты имеешь в виду? Да. В твоей жизни происходят изменения, причем большие. Короткие телефонные разговоры,
Встреча в строго отведенное время. Такого, наверное, не было со времен школы. Меня все это устраивает, Ханде. Да, настолько устраивает, что ты стал нервным. Очень нервным. Ханде, что тебе нужно? На кого ты так зла? На меня или на Фериху? Я ни с кем не враждую. Видно, тебе показалось. Или твоя девушка не слушается тебя? Ханде, не держи меня за дурака. И так целый день несешь какие-то глупости. Плетешь интриги. Скажи прямо, чего ты добиваешься? Что бы я ни говорила, это правда. Ее семья многое запрещает. Она отличается от всех твоих бывших. Разве не так? Хватит, хватит, довольно. Вы просто сводите меня с ума. Мы вроде пришли заниматься. Ты куда, Курай? Я пошел, брат. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.